Итак, проходим тантрические энергетические техники, да, они же и рейки, то есть вот мы когда энергетику в себе в ладонях накопили, то вот можем заряжать, например, чакры, я вам уже показывал, да, чтобы гармоничная энергия шла, никуда не утекая в сторону, наполняя всего человека на все его жизненно необходимые нужды, на все аспекты, в которых он проявляется в этой жизни, да. Ну и также можно орган лечить, например, поджелудочную железу, вот вы поймали ее и подкачиваете, пружинисто так, пружините. Это ваша энергетика, сам орган как бы так толкает, активизирует его, согревает, да, и он включается в работу, желчный пузырь также. Например, если язва, язвенный колит прямой кишки, или толстый кишечник начинается отсюда, поднимается восходящая часть, не спадающая такая, провисающая, потом не спадающая часть, сигмовидная часть, и прямая кишка там идет, да. Вот где язва, допустим, лечите, вытаскиваете ее, как видите, там выкидываете, как будто там червячки или гной какой-то, ну, представляете, визуализируете, да, что мы визуализируем, там и происходит, когда направляем воздействие, там это все и работает. Если, например, в теле человека все-таки не хотите там, не знаю, обжечь, ужалить или что-то еще мешает, да, то тогда можно прям 3D визуализировать весь толстый кишечник, да, вот, например, вот так вот он выглядит, да, вот аппендикс, восходящая часть, вот где-то вот, видите, он суженный, где-то там еще какие-то у него там вот язвочки, да, и вот сигмовидная кишка, и вот прямая кишка, представили его в объеме во всем, и как двигатель автомобиля, вытащили фантом, вот этот фантом вытащили, положили на визуализируемый стол, прочистили, как у двигателя, как будто чистите, да, продули там все трубочки, вытащили там лишнее, скребком как будто вот там поскребли там со стеночек, да, все убрали там, листов каких-нибудь повыкидывали, все вот сделали, да, ну я просто быстро рассказываю, да, а там дальше уже визуализируете как хотите, подняли его и чисто новенький двигатель вставили обратно, все, у человека заработало по часовой стрелочке. Вот технология может лечить, в принципе, любое заболевание, любой орган, да, голова болит, да, также так взяли, например, мозг, допустим, раз, вытащили, посмотрели, где проблема у него. Как правило, даже пока вы работаете с фантомом, человек уже отсюда, ну, например, вот правая височная доля болит, да, и он прямо чувствует, да, вы тут делаете правую височную долю, так, очистили, там, что-то повыкидывали, повытягивали оттуда всякие сгустки, вот эти черные, там, туманные какие-то там, да, как кляксы какие-то там вытащили, продули и чистый мозг вставили ему обратно. Вот, можно использовать соль, допустим, если у человека негатив, да, то вы на больное место, допустим, там в паховую зону насыпали соли и отсюда все вытаскиваем, соль притягивает, да, вот эту отрицательную энергетику мы ее выкидываем, потом саму соль надо собрать и тоже куда-нибудь выкинуть, в землю, желательно в землю просто выкинуть. И сказать, что та болезнь, которая была, она вся ушла, в землю утекла, заземлилась как бы, и больше она тебя не беспокоит. Вот. Ну а дальше мы начнем групповое занятие в нашей тантрической секте, тантрической энергетической. Ну шучу, конечно. С вами был Олег Алавгудвин. Если вы к нам не подписались и не пришли на занятия, то вы очень много потеряли. Будьте с нами. Даю свет, даю просвещение в массы. Чик-чик. Ловите удачу.